Никакой таможни, никакого ограждения. Разве? Да. Ну смотри, вот все, ты уже в городе, считай.
А штемпики там ставят. У кого? Да, ну посмотри, ты уже в город. Никакого ограждения нету. Полезем, че не полезем. Включаем. Фотография, откройте на фотографию. Фамилия. Ага. А, голодненький, да? Видишь, это гостиница у нас. Так, кто из Ленинграда? В один автобус, а остальные города в другие. Почему дискриминация? Я из Ленинграда. Петро, ребята. Все русскоговорящие со мной? Да. Перепутаем иногда, бывают случаи. Да. Меня зовут Абдулла. Ну, я думаю, все меня знают. Кто смотрит «Белое солнце пустыни», меня знает. Саид Баджигай, да? А Абдулла, почему убил моих людей? Я учился в России, ребята, 6 лет, 1 год. В Волгограде 5 лет, в Краснодаре, во время Союза. Я инженер-энергетик. До сих пор работаю на заводе для производства удобрения, удобрения для растения, которые в Табе напротив, Табе там есть Белые горы. Это наш завод, недалеко отсюда, 4 километра дальше. По выходным, по отпускам работаю гидом. Сегодня праздник у нас вообще, и пятница, и суббота выходные у нас. Так что, если с нами наши мусульмане из России, то с праздником Курбан-Байрам, да. Это я написал статус на Одноклассниках, поздравлю всех в Союзе. Секунду, вопрос один. Пожалуйста. Этот праздник, у него стабильная дата или плавающая дата? Нет, плавающая, нету стабильных дат вообще. Каждый год, знаете, на 10 дней раньше. Налево через море это Синай, Египет. Дальше, напротив, сейчас будет это Эйлат, израильский город, это не Акаба, это не наш город. Напротив, прямо, вот это здание многоэтажное, это Эйлат, израильский город, ребята, Акаба еще дальше будет видно, пока нет. Не 17 километров от Акабы, от центра города, имею в виду, это вообще Акаба. Акаба, ребята, вы находитесь в городе Акаба, Акаба это самый южный и единственный порт у нас в Иордании. Самый южный город, единственный порт, дальше граница Саудовской Аравии, ребята. Население в Акабе 120 тысяч всего лишь. Это у нас большой город, ребята. Да. И единственный порт. А протяженность берега у нас всего лишь 28 километров. Очень мало, ребята. Это единственное то, что у нас. Другое у нас Мертвое море. Но Мертвое море это типа озеро, ребята. Да. Да. А протяженность Иордании, вообще с самого юга до севера, 480 километров. С запада до востока 350 километров. А территория Иордании вообще 89 тысяч квадратных километров. На юге, на востоке почти одни пустыни. Да. Хорошие земли у нас на северо-западе Иордании, на юго-западе и в долине реки Иордан. Официальное название нашей страны это Хашимитское королевство Иордании. Хашимит это фамилия короля. Как Романов, Путина у вас, можно сказать так. Да, у нас монархия по наследству. Настоящий король у нас Абдулла II. А меня зовут только Абдулла, ребята. Нет, есть первый. Раз второй, то есть первый. Первый это принцесс Абдулла, кто основал Иордании именно в 1921 году. Он первый, а настоящий король второй. Столица у нас Амман, 335 километров на севере. Вообще у нас монархия, но конституционная страна, ребята. У нас парламент, выборы каждые 4 года, у нас 120 членов парламента, у нас правительство, премьер-министр, как везде в мире, ребята. Король, он, который назначает правительство, подтверждает законы, может и распустить парламент. Да, остальное дело
правительства. Тут отдыхают наши иорданцы налево в палатках, тут намного дешевле, чем в гостиницах, ребята. Они, потому что праздник, выходные дня у нас на неделю вообще, 6 дней, они приезжают отдыхать, единственный берег у нас здесь. Тем более там холодно на севере у нас, а тут тепло. Налево пока Египет, а вот первое здание направо это Израиль уже начинается здесь. Хилтон, да, налево, направо это израильский, да. И якобы дальше сейчас будет видно, пока нет. Иордания, население 6 миллионов в Иордании. Как один Санкт-Петербург, да? Два Харкова. 6 миллионов, да. 95% мусульмане. Наши мусульмане сунниты, потому что мусульмане есть и шииты, и сунниты, как и в Иране шииты, в Ираке, на юге Ливана, Насралла, он шиит. А как православные, католики, такое же, но они все мусульмане, ребята. 5% наши христиане. Наши христиане в основном в Иордании православные. И случайно я один из них. В составе населения Иордании, ребята, у нас и адыгейцы, и чеченцы в Иордании. 2% населения Иордании, адыгейцы и чеченцы. Охрана короля в дворце, где он принимает гостей, адыгейцы в национальных одеждах. Шапка, кинжал, но если видели или увидите по телевизору, то обязательно они стоят. Но охрана короля, правда, они сейчас престижны, но раньше была на самом деле. Почему? Потому что когда основали Иордании вообще, на место расположения столицы Амман, там одни адыгейцы жили. Да. А Иордания вообще, ребята, была часть большой Сирии. Большая Сирия, имею в виду Сирия, Ливан, Палестина и Иордания, и часть. И Османской империи, и Мусульманской империи, и Римской империи. Так что нету особой истории именно о Иордании вообще. История Иордании – это часть истории большой Сирии. Да. Мы арабы по нации, язык у нас арабский. Везде понимаем друг друга, диалект иногда отличается, но все равно понимаем друг друга, алфавит один и тот же. А население Омана, численность Омана? Население? Численность. 50% населения Иордании в столице живут, ребята. 80% в больших городах Иордании, 20% на юге и на востоке. На юге и на востоке почти на одни наши бедуины, ребята. Сейчас по дороге до Петри нам ехать. 2 часа с остановкой, конечно, будет 30 минут, 145 километров. По дороге одни бедуинские населенные пункты. А что такое бедуины, ребята? Бедуины и арабы – это одно слово, ребята. Бедуины. Потому что греческие и римские авторы, когда написали про арабов, они имели в виду те люди, которые в палатках живут. Так что все арабы на самом деле бедуины, в том числе и я. Но есть, которые страновались, занимались сельским хозяйством, есть, которые сохранили образ жизни. Но правда, до сих пор, которые в палатках живут, очень редко у нас. Увидите палатки по дороге, но их мало. Государство обращает ваше внимание, чтобы устроить дома, дает безоплатно нашим бедуинам, чтобы дети шли в школу, чтобы они работали всякие это. Так что кочевников нету больше. Очень-очень редко. Иордания, сейчас расскажу об этом. Насчет чего живет страна у нас? Нефти нет, газа нет у нас, ребята. Да, нефть купим в Саудовской Аравии, с Ирака, газ из Египта, да. А что у нас? Богатство Иордании, ребята, это народ Иордании. Правильно говорю? Не чуть-чуть, в турецкой части. Да. Но мы обращаем внимание наше, чтобы дети получили высшее образование. Все получают почти. Поэтому говорю, богатство Иордании – это народ Иордании. У нас Иордания современная, ребята, страна, поэтому у нас и светофоры в Иордании есть. Заметили, да? У нас светофоры есть, да. Тот же самый, как у вас. Да? Это Акаба, ребята, напротив. Налево напротив есть здание недостроенное, но это курорты цели. Хозяин пищи, премьер-министр Ливана Аль-Харири. У нас здесь Кемпинский, Интерконтинентал, Мовенпик, Мариотт скоро будет. Налево флагшток, ребята, видно?
всем. Это самый высокий в Генесе написанный, который самостоятельно стоит. Умею в виду, ни на зданиях, ни на чем. Самостоятельно с нуля, 137 метров высота, а флаг 40 на 20. Mm-hmm. Это не иорданский флаг, это знамя арабской революции. Руководитель арабской революции, которая началась в Саудовской Аравии, в Мекке, именно в 1916 году, руководитель был Аль-Хусейн бин Али Хашимит, и у нас король Хашимит в мире тот же самый, поэтому это площадка имени арабской революции, вот и знамя арабской революции стоит. В чем отличается, что иорданский флаг в красном треугольнике звезда есть, ребята. А почем бензин в Иордании? Бензин 1 литр полтора доллара. Ребята, как Европа. Да, как почти у вас, дороже чуть-чуть, да? Угу. Да, но у нас нефти нет, ребята, а вот у вас вот так. Интересно. У нас нету. Ребята, у нас все подорожалось после Саддама. Знаете Саддам Хусейна в Ираке? Во время Саддама нам подарил почти безоплатно нефть. Подарил и остальное почти безоплатно за $30. Тогда во время Саддама у нас каждые 20 литров стоило где-то $6, а сейчас 20 литров $30. Смотрите, на сколько все подорожалось у нас. Почему так, Хусейн? Саддам. Да, почему? Саддам, он возглавлял партию арабское возрождение. Арабское возрождение партии. Он верил, что то, что в Ираке, это для всех, для всем, всем арабам. Подарил, почти помогал. То есть не только Иордании, а... Ну, который он имел хорошие отношения вообще с нами. Мы на границе с Израилем. Саддам подумал освободить Палестину. Ну, знаете, идеи какие-то. Американцам не дал обидеться? Нет, не дал. Обиделись? Обиделись поэтому. Поэтому у нас ежегодная годовщина смерти Саддама отмечает в Иордании, а в Ираке нет. Особенно в моем городе на юге Иордании, Карак. Сильно любят Саддама. На углу напротив это ресторан туристический Али-Баба. Али-Баба, вот он. Да. Парк налево. Мы в центре города, ребята. Сейчас налево и направо одни гостиницы будут. Это налево W3 by Hilton. Это новая гостиница, 5 звезд. Эти гостиницы направо тоже. По этой улице напротив, налево одни гостиницы тоже. Туристам хватит. Хватит. Не как и в Египте, конечно, но хватит. Знаете, потому что у нас дороже Египта, ребята. Дороже. Намного, скажем. В 3, в 4. Не-не. В 2.5. Так ровно будет. Да, но наши, которые отдыхали у нас, всегда мне говорили, Абдулла, у вас дороже, но стоит. Наши праздники выходные в Иордании, ребята, Пасха, Рождество тоже в Иордании, официально, да. И наши христиане в Иордании по воскресеньям, у нас воскресенье это рабочий день, работа в государстве с 8 до 2, а для христианов с 10 до 2 по воскресеньям, чтобы успеть на службу идти. Так что у нас свободно, нормально живем, ребята, в Иордании. Значит, народ Иордании, богатство Иордании, что у нас еще есть? Минералы. У нас фосфат есть. Шахты на экспорт ежегодно у нас 6-7 миллион тонн. Россия у нас купит фосфат, Индия купит у нас. Из-за фосфата у нас несколько заводов для производства удобрения. Тоже требуется везде. У нас цемент на экспорт. Несколько заводов. У нас Мертвое море. Соли добиваем, ребята. Вся таблица Менделеева. По-моему, когда написали эту таблицу, сидит на берегу моря у нас. Да. Добиваем поташ, магнезиум, промид, разные соли и на экспорт, и входит в составе удобрения тоже. У нас косметика Мертвое море на экспорт. Мертвое море, грязь, Мертвое море. Вообще у нас одно это море. У нас восточный берег, западный в Израиле. Или в Палестине по-разному. Но у нас тоже хватает, потому что нас мало, ребята. Всего лишь 6 миллионов. У нас туризм занимается 15% национального дохода Иордании. 15%. Да. Это нормально. У нас овощи и фрукты на экспорт. Маленькая страна, пустыни есть.
Но у нас на северо-западе Иордании выращивают инжири, оливки, оливковое масло на экспорт, и оливки, винограды. Вкусные винограды вокруг Средиземного моря, ребята. У нас еще несколько заводов для производства спиртных напитков. Наша не своя водка, вино, всякие на экспорт тоже. Да. В долине реки Иордан выращивают лимоны, грейпфруты, мандарины и бананы. Хотя обезьянов нет в Иордане, но у нас бананы на экспорт есть, ребята. Да. На юге и западе Иордане выращивают яблоки, вкусные яблоки. Феник есть у нас. Овощи два раза урожай в год. Летом на горах, зимой в долине реки Иордан. Это хватает, потому что нас мало, ребята. Да. Наши, которые за границей, тоже посылают деньги родителям. Это помогает тоже. Служба в армии обязательно? Служба в армии у нас обязательности нет. После подписания мирного договора с Израилем, он, который подписал король Хусейн, бывший наш король, умер в 99 году, с Ясером Арафатом тогда подписали мирный договор с Израилем. До этого была обязательность. Я служил 2 года. Закончил союза, приехал 2 года и потом работал. А сейчас нету. После нету мести вообще. Врагов нет. Больше. Да. То есть армия... Армия как профессия, ребята, у нас, как профессия. А чтобы получить пенсию, если служить в армии, то минимум 16 лет служит. Да. 16 лет. У нас еще отделение в армии, бедуинское отделение, как ваши казаки. Они слышат слово короля только, соблюдают то, что король говорит. Не думают прямо так. Одевают национальные одежды, ребята, типа платья, куфия или абдуллайка на голове, кинжал, пистолет, пули. Да. С ними можно снять фотографии в Петре, они будут там. Да. Безплатно, конечно. Просто подойти, снимать с ним, не надо ничего говорить. Не возражают, они ради этого там есть. Так что можно. Вот это про насчет экономии Иордании, ребята, сейчас дальше покажу будет. Наводнение у нас на прошлой неделе было, ребята. Вот смотрите, убирают. Тут очень редко дождь идет. Всего лишь осадка в Акабе 15 миллиметров в год. Но когда дождь идет сильно, в ходе 20 минут вода с гор, ребята, собирается. И сверху вниз наводнение. И 2 погибло, 2 человека. Один работает со мной, да. Он был в машине и убрала с машины. Да. Это внезапно. Вообще мало дождя в Акабе, а потому что с гор все течет в сторону моря, поэтому, ребята, внезапно уже наводнение не чувствует, не предупреждает. Это бывает такие сильные каждые 5-6 лет один раз у нас. Да, в Акабе, да. Поэтому чуть-чуть грязные улицы у нас убирают еще. Не успеют. Что у нас в Иордане, кроме Петра, ребята? Знаете, все первый раз у нас. К сожалению. Маленькая страна, но богатая. Разные цивилизации были у нас. Много что посмотреть у нас, ребята. С эллинистического периода у нас есть дворец. Только это недалеко от столицы. Не здесь. С римского периода, если знаете, Декаполис. Декаполис – это федерация 10 городов во время Римской империи. 6 из тех городов находятся у нас в Иордании. Филадельфия – это наша столица, Амман. Гераса – настоящий город Джараш на севере столицы. Гадара, Омкаис – другое настоящее название. Имею в виду Омкаис, Пелла, Лион, Капитулиас. Все эти города у нас в Иордании. Гераса – самый главный город римский, который хорошо сохранился. Вороты, колоннадные улицы, храмы, амфитеатры. Банни, город сохранился хорошо, целый римский город, ребята, у нас. Да. Тот же самый амфитеатр в столице, в других городах Иордании есть. С византийского периода мозаика, ребята. Церковь с мозаичными полами. Они расположены везде в Иордании, особенно в городе Мадава. Мадава – это библейская Медева город. Мадава – библейская Медева, где гора Неба. Гора Неба, где последний раз пророк Моисей был. Да. И там церковь из 5 века.
в Магаде, ребята, в одной церкви именно Сан-Джорджа, церковь в Магаде, есть единственная карта в мире, которая показывает, где христиане были расположены в 5 веке в этом регионе. Там видно Ливан, Палестина, Иордания и Египет. В середине самый посвященный город – это Иерусалим. Там видно карту ворот церковь. Все нарисовано, мозаика. Очень красиво. Это единственная карта в мире, у нас находится. Будет возможность, покажу, если фотографии будут. Там и Мертвое море видно, река Йордан. Все видно, там 184 объекта. Археологи есть места, которые не знают, как не знают, вместо раскопать надо. Есть, которые видны, есть, которые раскопать надо еще. Это дало нам много знаний, то, что произошло в этом регионе в 5 веке, что было. Да. У нас с 7-8 века в пустыне дворец, где отдыхали наши халифат. Халифат – это мусульманские цари, ребята. Халифат, где отдыхали в пустыне. Очень красивые места. Да. У нас с 12 века крепости строили крестоносцы. Особенно в городе Шобаке, в Караке, в Аджлоне. Многоэтажные, в хорошем состоянии. У нас что еще? Мертвое море, где можно там курорты и отдыхать, и лечить. У нас горячие водопады, минеральная вода, источники, родники везде в Иордании. В некоторых местах есть курорты, где можно тоже приезжать там, туда, у кого ноги болят, у кого ревматизм. Серная вода, температура воды, где эти водопады, 65 градусов, ребята. В некоторых местах есть 47-38, по-разному. Везде в Иордании, да. У нас еще место крещения Иисуса Христа. В 7 году, 5 лет тому назад, король Абдулла II подарил участок земли Путину. Строили русский культурный центр и церковь. И Путин 2 месяца тому назад был у нас, открыли все это. Да. Место крещения у нас в Иордании, там церковь есть с 5 века имени Иоанна Крестителя, Иоанна Крестителя. Так что много что посмотреть. У нас еще монастырь имени Лота и пещера Лота у нас в Иордании, изображение жены Лота. Ребят, в пустыне у нас есть места, где можно отдыхать, ночевать в палатках, лагере там есть. К нам приезжают туда альпинисты, скалолазы, посмотреть заход солнца. Очень красиво там. Быть в пустыне – это приключение, ребята. Очень красиво. И там в чем заключается красота, ребята, что если вам я скажу сейчас, вы на высоте 500 метров, 1000 метров, это не чувствует. Уже давление мы снизу вверх едем все время, ребята. А в долине Вадирам, именно долина Вадирам, где там проведут национальные вечера, на джипах кататься тоже, там песок, каменные горы стоят. Если вам скажу, это гора 800 метров, увидите с нуля. Очень красиво ведь там. Так что в Иордании есть что посмотреть. Акаба 10 лет тому назад объявили специальный экономический зон, поэтому через несколько минут пройдем. Таможенники наши пускают с собой в рад, как на границе, бутылочку водки, блок сигарет и на 200 динаров товар. Валюта у нас в Иордании – это иорданский динар, ребята. Динар на курс 1 динар 1,5 доллара. 1 динар 1,5 доллара. Цены пишутся у нас на иорданский динар. Если написано 10, значит 15 долларов. На 1,5 все время. Насчет евро, динар чуть-чуть дороже. Почти 1 к 1, но динар чуть-чуть дороже. Где-то 0,9. Это 1 евро. 0,9. Да. В Иордании принимают иорданские динары, евро, доллары, египетские фунты, израильские шекели. И скоро рубли и гривны, ребята, будут. Да, пока нет, но будут скоро. У нас, ребята, в Иордании, потому что мусульманский мир, все равно не дадут разрешения открыть виноводочный магазин только нашим христианам. Только. Поэтому хозяины виноводочные спиртные магазины обязательно христиане. Да. Поэтому эти магазины найдутся, где наши христиане живут. В Акабе, в больших городах Иордании, в Петре, наших не живут, так что там только в гостиницах или в ресторанах.
только. Если выпить пиво, то алкоголь ноль будет. Крестка. Да. У нас. В Иордании имею в виду. А остальные. Спиртные напитки на экспорт у нас, я вам сказал, есть. Да. Это большой бизнес, ребята. Для христиан имею в виду. 5%, а все пьют. Да. Большой бизнес. Насчет заработной платы, ребята, у нас в среднем, средняя заработная плата, если в государстве работать, то на долларе, говорю, $600. Если в частном секторе, то $850. Минимальная заработная плата по закону в Иордании $225, минимальная. Ну, все дорого не хватает, ребята, поэтому и мужчины, и женщины работают, все бегают. Я инженер на заводе, по выходным, по отпускам гидом работаю. Большие семьи, потому что у нас, ребята, у нас у семьи не бывает один, очень редко. У нас несколько, минимум 3. И еще, многоженство разрешено в арабском мире, это еще играет роль. Ну, если на 2-3 женщины жениться, то с каждой дети, знаете, получается, есть у кого 35 детей, имею в виду. Бывает. Но правда, у кого 4 жен, очень редко сейчас, ребята. Все дорого. Есть 1-2. Я не хочу об этом рассказывать, не научу наши, чтобы не женились на второй раз. Но давайте так, наши женщины очень умные и хитрые одновременно, ребята. Первая жена старается все время купить золото, чтобы у мужа денег не было жениться на второй. Да. Ювелирные магазины на Востоке не то, что любят золото, чтобы тратить деньги только. Да. Купят и спрячут где-нибудь. Не одевают.